Телеканал КРТ представляє. Народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова, яка виступила за стерилізацію малозабезпечених, перепросила за, цитую, «невдало обрані слова». У відставку з посади глави парламентського комітету з питань соцполітики йти не збирається і заявляє про організований булінг. Нагадаю, Третьякова під час онлайн-лекції для економістів коментувала доцільність виплат безробітнім і висловила думку, що суспільству варто позбуситися осіб, котрі отримують допомогу. Ну що ж, панове, невдало обрані слова чи свідомо висловлена думка? Ну, во-первых, эти слова очень наглядная иллюстрация, какая у нас социальная политика в стране сейчас проводится, когда у нас глава социального комитета парламентского от правящей партии такие вещи позволяет себе говорить. И что еще хуже, что после этого не последовало от партии «Слуга народа» или там, от Зеленского, ни заявление о том, что этот депутат должен не то что из комитета уйти, а из парламента уйти, реакции, сложить мандат, да, и так далее. Так. А так, ну, извинилась, что-то там неправильно слова подобрали, еще что-то. То есть это показывает, что по большому-то счету плюс-минус подобная политика, она для них приемлема. Більше того, ми знаємо, що це і не поодинокі такі випадки, конечно, слуг народу, висловлювання подібні. Да, ну там ідіотизм практично там кожну неділю від кого-нибудь доспливає. Такий состав, ну не всі там, безусловно, такі, але много. Вот, поэтому, ну, в принципі, це що? Да, вот то, що вона сказала. В принципі, це елемент вообще фашизму. Потому что это вот как раз деление на высших и низших. Это социальный расизм, это фашизм. Фашисты тоже, кстати, увлекались очень нацисты вот этими всеми стерилизациями неполноценных, как они считали, и прочее. Поэтому тут надо в нормальном обществе, в нормальной стране нужно вытуривать из политики и рассматривать вопросы, в принципе, о привлечении даже к уголовной ответственности. И больше того, если вы говорите там, извините, про безработных, то в фракции «Слуги народу» больше 20 безработных зашло.